Не справился с управлением или уснул за рулем. Основные версии происшествия на трассе Цивильск-Ульяновск. Многотонная фура вылетела с полосы в сторону встречки и повисла на отбойнике. Конструкция оказалась достаточно крепкой и не только выдержала удар, но и не позволила неуправляемой машине продолжить движение. Так удалось избежать серьезного ДТП. Отмечу, что лобовые столкновения, как правило, приводят к самым страшным последствиям. В ГИБДД Чувашии уточнили, что водитель длинномера – 60-летний мужчина с большим водительским стажем. Пострадавших в результате инцидента нет.